Всем привет, ребят, с вами снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить Flatout Ultimate Carnage. Это уже 17-я серия, я так полагаю, что настало время пройти режим Carnage полностью, на золото. Да, я в прошлой серии закончил проходить все абсолютные испытания в этом режиме, но у нас осталось три, где-то там самых первых испытания, которые я прошел на серебро. Причем тогда мне казалось, что я на золото проходить ничего не буду, так как все остальное наверняка не смогу осилить. Но после прохождения оставшихся испытаний на золото, даже самых сложных, у нас заставка пошла, даже самых сложных, я понял, что это все реально. Поэтому в сегодняшней серии мы закончим режим Carnage и пройдем его на золото полностью. И, конечно же, начнем прохождение суперфиналов, по-моему, да? Так что, надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Серия обещает быть очень жаркой. Во многих смыслах. Не только потому, что я боулинг наконец-то пройду на золото. Наберу тут сколько? 100 очков или сколько там надо набрать, я уже не помню. Но также суперфиналы начнем проходить. Суперфиналы я буду проходить на тех машинах, которые вы мне советовали. Перед покупкой я обязательно посмотрю комментарии, чтобы точно убедиться, что я все делаю правильно. Давайте так. Боулинг оставим напоследок. Я хочу что-нибудь попроще пока пройти, типа гонка в стиле Carnage. Почему в стиле-то? Сразу сказали бы, это дерби, только спринтовое. Дерби-спринт. Да, типа того. CTR. В чем, собственно, проблема, если я могу всех вынести, да? Вот в чем была у меня здесь проблема большая? В том, что я не успевал набирать очки, так это не проблема. Слишком много проблем, да? Ой. А, меня сразу телепортнуло, ну бывает. Так, Кэти Джексон получила на орехи. Этого мало. Нам нужно сколько набрать на золото? А можно без этого, пожалуйста? Какой-то пользователь меня в друзья добавил. Я бы это окно выключил, но оно мне надо, блин. Вот это да, внезапно. Спасибо, Xbox. Или что это конкретно было? Microsoft аккаунт какой-то. Ох, хорошо, Куртису прилетело. Стой, 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 восстановись. Куртис на грани. Да. Вот это было неожиданно, я сам не знаю. Только не говорите мне, что Куртис сам себя вынес только что. Кстати, у меня полмашины нет. У меня уже баги, это не просто машина. Блин, повезло тебе. Хорошо. А, я знаю, почему я так плохо выполнил это всего-то на серебро. А все из-за того, что машина медленная и плохо лупит. Она легкая, я так понимаю. А нам нужна довольно жесткая тачка для выноса соперников одним ударом. Ну, максимум двумя, наверное. Кто это там в лесу застрял? Блин, я... Или я Льюиса задел? А что если я его задел человечком своим? Водителем. Хотя такое вряд ли может быть. Оу. Вот это трюкач. Учитесь, учитесь. Вот эти трюки могу делать только я. И то на рандоме. То есть если вы... Я это видел. Если вы вдруг попросите меня повторить это, я не смогу. Даже я не смогу так сделать. Кстати, мы настолько плохо проходим, что даже серебро походу не светит. Самая главная загвоздка в том, что я еду седьмым. И мне за это всего лишь x2 очки начисляются. А нужно хотя бы, чтобы x5 было, я не знаю, там. Типа того. Не, все, тут уже можно не спешить. Лучше сделать рестарт. Да. Поехали. На первое место взлетим. CTR-чик, CTR-чик. Неужели солнышко у меня выходит? Я в шоке просто. Вроде день, а такое ощущение, что ночь. Да что ж вы меня подставляете так? Опять седьмое место. Какое-то проклятие. А вот теперь у меня светло будет. Так, x3. Множитель уже x3. А если я буду... А, все еще x3, да, на пятом месте. Хорошо, София Мартини. Отлетела. Джек Бетон. А давай-ка ты за карту вылетишь. Утопили Джека Бетона. Нифига, у меня солнышко яркое стало. Я аж это... Потемнел. Да, бывает. Надо было бы камеру перенастроить. Если так и будет, то я паузу поставлю, пожалуй.
А то это жесть, я слишком темный какой-то на фоне получаюсь. Так, уже есть 19 тысяч, понимаете? За счет того, что коэффициент x3. И питончик от меня не уйдет никуда. Я его размажу по стенке. Блин. А он, кстати, выжил. Ему нормально, а мне не очень нормально. Казалось бы, да, это самое легкое, но мне кажется, в моем случае самое легкое было бы это состязание с бомбой. То есть тот секундомер усложненный. Когда я в них врезаюсь, у них остается совсем мало хп, они выживают. А потом просто либо сами дохнут, либо их выносят другие. Наконец-то, спасибо. Хоть за это спасибо, но мне бы x3 множить, а не x2. О. Я сейчас застрял на мосту. Рэй Картер только что самоубился. Это видели все. Я ничего не придумываю. Он просто сдох. О, так тут уже минус 5. Только одного из них именно я добил. То есть, представляете, сколько было бы? 1010 я бы получил. 1010, если бы вынес каждого из них. Ну, там по 2000 вроде бы дает за вынос машины. Вы слышали? Там кто-то укнул. Кто же это мог быть? Тот, который уже валялся в разбитой машине? Не, я лучше не буду через трамплин ехать, хотя... Окей, вы меня забайтили. Теперь выносим Фрэнка. У Фрэнка много хп. Это еще и моя максималка, чтобы вы понимали. 200 км в час, это моя максималка. Все честно. И это одно из первых испытаний. Какой баланс вообще здесь, я не понимаю. Раньше, когда мы проходили более сложные испытания, где-то в конце, там было гораздо легче. Бетон, 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 ты сдох? Если я вынесу бетона, на этом все должно заканчиваться. На последней секунде я бетона вынес. На последней секунде. Там даже, наверное, и секунды не было. Ура! Я вас поздравляю! Мы прошли это испытание довольно легкое с 5-го раза, да? О, буллет. Буллет. Это буллет GT или просто буллет? А, это то место, где честность была в плане поворотов. Я еще брал фору. Так это не гонка с бомбой, это просто секундомер. Тем более... Ну, по идее, игра и так рассчитана. Я не буду пользоваться пока фишками. Так, проедем. Нитро буду использовать только на прямых. И то не здесь, а позже. Его же заносит люто, я забыл. Привет, занос. Чуток ускорится. А тут вот ускорение надо. Все. И так еще минимум круг проехать надо. Бронза. А, я серебро набирал. Бронза вы меня не удивите. Мне где-то потом не хватало времени. В каком месте я уже и сам не помню. Это на тоненьком было. Вот здесь и не хватило. Фу, господи, сколько у меня рекорд в этом месте? 44 тысячи. То есть вы понимаете, да? Я с форой это не прошел. А я попробую без форы. Игрой задумано, что это можно пройти без форы. Я знаю, из-за заносов могут быть такие приколы, но, блин, я же стараюсь ехать нормально. И максималка у этой машины сколько? Пока я ее не набрал еще, это странно. Или 226. Может, мне показалось? Бронза получена. Да вы что, серьезно? Это же так сложно бронзу получить. Тут даже серебро не сложно. Хотя вот я в первый раз серебро не получил.
Сколько же тогда у меня преимущества, если я воспользуюсь фишкой с отъездом назад, с задним ходом? Не очень хорошо. Скорости набрать не могу нигде. Надеюсь, хватит. А мне не хватит. Вы издеваетесь вот в данном месте? Я набрал, да, больше, но мне не хватит. Тут не хватает времени. Самое интересное это будет боулинг, потому что там надо страйки делать. Сколько попыток у меня уйдет, я себе не представляю. Не знаю, как вы, но я понятия не имею, как я буду это проходить. Так, чуток скорости тут наберу. Дальше тратить не буду. И теперь у меня больше будет скорость. Возможно, успею доехать. Но, возможно, и нет опять. Успел. Ура! Я прошел это на золото. Рекорд сейчас поставлю. Ничего себе, что будет. 50... Почти что 2000, хотя как почти что. 50 просто 1000 и 99 очков. 12 чекпоинтов. И последнее. Последнее испытание. Самое главное. Это мой любимый боулинг. Все остальное я закрыл на золото. Рекорд у меня 43-120. Trailblazer. Походу его мы и откроем после боулинга. Что-то у меня такое предчувствие. Давайте вспомним. Как это выполнять? Чуечка нужна, чтобы прям попадать в десятку. Ну, в смысле, в страйк. Вернее, не десятку, а сколько их тут. Ой, это нормально? И опять одна не упадет. А нет, страйк. Хорошо. Неплохо. Раунд 2. Я, по-моему, заруинил последний раунд себе. Пятый. Одной из попыток я вообще ничего не попал. Или попал два. Что-то такое было. Оу. Ну вот это плохо. Прямо совсем плохо. Понятно. Лучше заново это все начать. То есть на рандоме. С первого раунда я нормально в страйк залетел. А потом все. Все, пошло как обычно. О, опять-таки страйк. Нет, не страйк. А, нет, страйк. Я бы, знаете, не удивился, если бы эта кегля не упала. Если бы она просто завертелась вот так вот, но остановила свое падение. Или предотвратила. Да, лучше уж так сказать тогда. Раунд 2. Давай, Дэмси, заруини его, ты же можешь. А что, если я сразу попадаю в страйк, то второго раунда не будет? Ну, типа, повторение. Смотрите на это. Просто посмотрите на эту честность. Одна из них не упала. Я же говорю, на скилле проигрывают. Все делаю совсем плохо. Вот вообще, у меня минимальный результат был. 7, кажется, сбитых. Это был минимальный результат. Опять страйк. Я теперь только со страйка начинаю. Вы не заметили? Первый раунд у меня со страйка начинается. Может быть, и второй раунд будет со страйком, а? Я так приловчился уже. Угол подобрал. И траекторию движения. Конечно, нет. Конечно. А я уже думал, они опять не падали. 30 очков за 2 раунда. Это уже неплохо. То есть в полтора раза больше очков, чем могло бы быть. Хорошо. 30 за 2. Если в третьем будет то же самое. Нет, угол уже. Угол плохой. Да что такое? 3 страйка подряд. Не-не-не-не-не.
Так просто это быть не может. Будет какая-то западлянка в конце. 100% будет что-то неладное. Я не собью одну кеглю или перелечу. Ну давайте, что-нибудь в этом плане. Я жду. Не может быть все настолько легко. Ну вот, например, как сейчас. Я выбрал траекторию не очень. Ну привет, как говорится. 8. Ну допустим, за 3 страйка... Хотя это могла бы и упасть, это которая 9-я. За 3 страйка, я думаю, мне все простят. Очков уже довольно много набрал. Две сбить, да? Несложно. СПА. Сколько в итоге будет очков перед 5-м? Такого еще ни разу не... Бой! 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 Осталось в итоге. Ничего себе тут завал. 88. Один страйк все бы решил. По идее. Потому что он сразу бонус дает. Там не только 10 очков, а еще вроде бы бонус. Но будет еще одна попытка. Короче, мне нужно целиться в страйк. Траектория, конечно, мусор полный. А страйка не будет. Будет... 8, при том, что они все упали. А, фу. Все. А нормально то, что там как бы все упали, но она засчитала до падения? Что за... Кто там честный этот судья? Ты кто такой? Он подсуживает специально. Он против меня настроен. Не хочет, чтобы я набрал золото. Но я уже его набрал, правда. Давай еще раз, чтобы все завалилось. Не? Почему надпись «Боулинг» не... Не, это не упало. А, еще можно. Сколько я наберу? Это будет просто величайший рекорд. Если бы у меня все было со страйками. 3 раунда и так страйки были. И 4-й, 5-й, прикиньте, да? Тупо все страйк. И давай, финальный красивый страйк. Восемь. СПА. Страйк. 116. Выкуси, игра. Выкуси просто. Все. Все на золото прошел. Трейлблейзер открыл. Да, его не было. Все. Я поздравляю вас, ребят. И себя тоже поздравляю, так как я это вспотел, точнее перепотел во всем этом. Все прошел на золото, все машины открыл. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, потому что это вообще особый случай. Я вначале не хотел париться, думал пройти там на бронзу или лучше на серебро, но если получится, то на золото. В итоге получилось на золото все пройти. Так что я считаю это успех. Давайте я поставлю паузу и потом вернемся в игру, чтобы начать проходить суперфиналы. Секундочку. Так, вроде бы все неплохо по записи идет, так что можно продолжить. У нас тут намечаются суперфиналы. Суперфиналы. Вы не можете принять участие, пока не купите эту машину этого класса. Да, 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 да. Это у нас что? Стрит рейсинг. Так, что у нас там под стрит рейсинг надо? Стрит рейсинг, иди сюда. Роуд Кинг. Конечно, ксеноморф меня не поймет. Он скажет, ты что, дурачок, ты на нем катался, никого не мог победить. А, тут особый выбор. Не, выбор есть. Веном можно взять. Я, наверное, что-то явно путаю. Инсета для гонок, гриндер для дерби. А, это класс дерби. Понятно. Гриндер, да? Он лучше, чем Веном? Да, он во всем лучше, по сути. Так что покупаем... Нет! Меняем цвет. Черный? Нет, черный у нас уже был. Давайте такой пусть будет. Все, покупаем машину. Давайте я сразу протюню ее. Нет, нет, куда я пошел? Тюнить надо. Я просто сразу не понял, что здесь дерби имеется в виду, так как написано было сверху Street Racing. Наверное, оно имело в виду последнюю машину. Так, это я все ставлю. Вес я тоже, наверное, буду уменьшать. Ставим все, бабки на это есть. По крайней мере, сейчас есть. Что будет дальше, неизвестно. Но поздравьте меня. Я наконец-то покрасил машину в другой цвет. Это вообще шок-контент. Такого еще никогда не было. Думаю, никто не обиделся, что я не показал, как ставлю детали на машину, так как это
вообще обычное дело, мы уже 100 раз это делали, что тут изменилось? Я поставил вообще все, даже снижение массы. Остальные машины, я думаю, будем покупать уже по ходу дела, а пока у нас Derby Finals. Derby? Блин, только не говорите мне, что я зря сейчас поставил снижение массы на машину. И какая разница? Тут же очки набирать не надо, тут просто первым приехал. А гриндер-то неплох. Гриндер, возможно, топовая тачка. Так-то. О, бетон! Так ты, оказывается, водить не умеешь. Она все равно тяжелая, мне кажется. На! Бетончик. Он вылетел из машины? Так ему и надо. Нет, это не он вылетел. А кто вылетел тогда? Урод на бетоне. Ох, хорошо. Можешь не возвращаться. Опять лейка будет первой. Но снова мне нужно с лейкой соревноваться. Впрочем, ничего нового. О, Стэтхэм вылетел. Я сейчас тоже вылечу, кажется. И лейку нужно догнать. У меня имбовая машина, я бы не хотел бы это проигрывать. Но разгон неплохой. Кажется, максималка тоже тут с запасом идет. Самое важное всех было растолкать и добраться до лейки, чтобы один на один нам никто не мешал. Ой-ой, опять я врежусь в этот вагон. Почти врежусь. Как же она задолбала уворачиваться. Да ё-моё, ну как это. А я хотел ее треснуть, а она телепортировалась. Нормально. Классное управление. Я, пожалуй, по стеночке пройду. Спасибо. Куда едешь? Теперь я первый. Нитро бы кто-нибудь дал, а? Бонусное нитро. Я пожертвовал рекордом круга ради того, чтобы лейку вынести. Ну, в смысле, не вынести, но опередить и наказать там по дороге. Это занос. Опасно было. Мне повезло, что я справился. Опять этот вагон будет долбанный. Я попробую аккуратно. Типа так. А лейка поехала по другой стороне. Давай опять на чем-нибудь подлечу. Странно, не подлетел. А что, так можно было? Нет, трамплином я пользоваться не буду, но машина уже летела настолько в бок, что я ничего не мог сделать. Рекорд круга, кстати. И он будет за мной. Лучший круг. Интересно, что там по статистике финальной? Какой я там? Так. Льюис Дюрасел Бульдозер. Он вообще, кстати, напоминает мне какого-то ассасина. Я, может быть, об этом говорил. Это какой-то Альтаир. Еще 3 этапа. Ну, 3 гоночки таких. Несложно. Так что суперфиналы, я думаю, пройду за пару серий. Пошел вон, бетон. Я знаю. Хорошо. Хорошо. Счастливого тебе пути, бетон. Ой. Нет. У гриндера невыносимый занос. Куда едем, лейка? Вылетела? Молодец. Бетон. А я уже дымиться начал? Не, это он. Думаю, в смысле я? Я ж только... только пару раз врезался. Нормально. Сейчас бы нормально врезаться. О, там почти столкновение было. Бетон, а ты что это быкуешь? Ты забыл, как было в прошлый раз? Ой-ой. Я понял, повороты для этой машины непроходимые. Да, можно нажимать ручник, забрасывать типа скорость, но это все равно, посмотрите на этот занос долбанный. Я пытаюсь, ее тупо носит. 9-е место. Спасибо, что не последнее. Мне кажется, нет смысла никого выносить, только потому что
Это чревато переигровкой. Я и так переигрывать буду, да? Чего уж мне? Пока лейку выносишь, остальные спокойно финишируют. А потом мне еще кто-то говорит, что я слишком легко прохожу эту игру. Ни в кого не влетаю. Вот что бывает, если в кого-нибудь влететь. Я их не догоню. При любом раскладе. Да-да-да, спасибо, Фрэнк, спасибо. Лейка может, оказывается, просто вылететь. Для этого даже повод не нужен. Поворот хороший, потому что я на первом месте. Неважно, как я его прошел. Главное, результат. И я первый. А теперь смотрите, как нужно в каждую стенку врезаться. И падать в воду. Мои любимые отбойнички. О, возможно, я буду бульдозером. Я не видел, чтобы кто-то выносил какие-то объекты частенько. А, тут не разрушается. Нет, разрушается, только я врезался в ту сторону, где разрушения не может быть. Сплошная стена. Бетонная. София Мартинес вне игры. Нормально. Где-то вынесли Софию Мартини. Лейку вынесли. Или она, не знаю, сама вынесла себя. Так как и мы видели. Я, чтобы вы поняли, нажимал ручник в данный момент. Бетон меня догоняет. Бетон что, хочет тоже испытать на себе всю честность этой игры, связанную с физикой? Управление просто отстойное. На Веноме я не испытывал никаких проблем с управлением. Гриндер может быть хорош в плане скорости, но его жутко носит. И как бы вы там ни говорили, что я не умею нормально в повороты заходить, это, конечно, отчасти правда. Но вы видели сами, как он на ровном месте может уйти в занос. Как это говорится, в моменте. Второй круг. Это будет рекорд круга? А я так, проеду, можно? Да. Меня напрягает то, что бетон на втором месте постоянно. Он такой типа профи дерби? Или что? Да, конечно, я помню, писали, что его не интересуют драки, скажем так, или стычки. Его интересует только первое место. Он помешан на гоночках, на призовых местах. Дурачок. Еще и никнейм такой тупой, Джек Бетон. Вот нашел себе. Вы понимаете, да? Занос. Минус 3. Я, конечно, возможно, кого-то, не знаю, треснул пару раз, внес дамаг. Но это все их заслуга. Я в этом не участвовал и думаю, что все 4 награды, ну, наверное, 3, я все-таки рекорд круга, наверное, поставлю. А все остальные 3 награды будут уже не мне, а кому-то другому. И, да-да-да, вот даже бот не может выйти из заноса. И что у нас тут? Салли Тейлор. Лучший разрушитель. А какой она приехала? Я вот не посмотрел. Хотя как я могу посмотреть, если я не знаю сначала этого всего? Третья гонка. О, вот тут можно позволить себе, наверное, пару столкновений. Потому что занос в данном месте затруднителен. Джилл Ричардс. Слабенько, я знаю. Я буду за бетоном ехать. Ох, хорошо, какой прыжок был. Прикольно. Но еще нормально, терпимо. Там лейка увернулась. Повезло тебе, лейка. Еще бы чуть-чуть, и от твоей машины бы ничего не осталось. Я думаю, можно сократить по крышам. Это кто там был? Это Куртис? Понятно, Куртис решил покувыркаться.
А можно было по крышам. Почему я не поехал? А, так, кстати, тоже быстро. Что я там говорил про бетона? А вот и я снова. Бетон — это настоящее унижение. В смысле, он меня вынес при том, что... Как бы... перевернутым летел. Это так работает? Не, мне интересно, сколько у бетона ХП осталось и почему я его до конца не вынес, когда оседлал. И откуда вообще лейка на первом месте? Как она туда попала? Бетона бы добить, но уже поздно. А, нормально. Да, тут же забора нормального нет. Я смотрю, боты тоже нормально поворачивать не могут. Их постоянно куда-то заносит, они врезаются, теряют кучу ХП, и потом мне пишет, что кто-то вне игры. Снова я Не спрашивайте, что это было. Снова я провтыкал крышу. Уже в который раз. Вон, бетон едет. Может, подождать его? Блин, я бы подождал. Зачем мне рекорд круга набивать? Бесполезно. Я вижу это, лейка, я все вижу. У тебя проблемы. Бетон, ты будешь уже догонять? Я, конечно, не знаю, как ты там еще едешь с такими повреждениями. Я пока Салли вынесу. А, это не Салли, а София, ну извините. С кем не бывает. Бетон, ты где? Он в нее, походу, влетел. Куртис вне игры. Ну, учитывая, что было с ним... круг назад, то оно и не удивительно. Лейка, ты хоть видишь, куда ты... Это был урон. Это был урон. На ровном месте. А я могу так доиграться. Потому что любая ошибка, и меня могут догнать. Хотя, с другой стороны, 20 очков уже есть. Они в любом случае не смогут набрать больше. Даже если я приеду пятым, шестым, то у меня очков в итоге окажется больше все равно. Ну где бетон? Ну почему? Там такая возможность была идеальная. Никого я не догоню. Ну в смысле не я, а они меня не догонят. Сейчас бы подрезать Кэти на финише. Не, рано или поздно бетону перестанет вести. Я даже посмотрю потом... А лучший круг Джек Бетон. Инвалид, короче. Джек Бетон. Лучший круг. Надо будет пересмотреть, сколько у него там ХП осталось после того, как я по нему проехался сверху. И он меня еще и вынес в итоге. Я вылетел. Спасибо. Вечно страдает Джилл, потому что она возле меня находится. Стартует. О, блин. Бетончик опять прилетела взад. Я сказал, что рано или поздно это не будет работать, что твоя шара тебе не поможет. Пятый, да? А где там остальные? Они настолько быстро уже уехали? Ну да. Жесть, тут страсти начинаются. Вот опять нажимаю кнопку поворота и ничего не происходит. Лейка, ты... Ты еще жива, да? С тобой все в порядке. Теперь уже нет. Я могу себе позволить выносить их, так как, во-первых, это последнее испытание. То есть я уже набрал везде, где только можно, топ-1. А во-вторых, почему бы не повеселиться, в конце концов? Где я еще смогу вынести лейку, бетона? Ну, кроме как в режиме реального дерби. Не знаю, где еще это можно было бы. То есть... Она улетела за карту, ей нормально, а я врезался и чуть не сдох там. Игра про честность. Двоих вынес исключительно я. Это моя заслуга. Хорош, 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 хорош поворот. Учитесь, как на гриндере входить в поворот. Труп бетона. Уже забетонировался.
Есть еще, конечно, шанс кого-нибудь догнать. Я даже их догоняю частично. Может, на третьем круге хотя бы смогу. Было бы неплохо. Блин, забайтила меня. Она меня забайтила. Стояла просто. Я бы врезался. Это вот обидно. В таких ситуациях мои полномочия все. Так, куда бы ее можно... Я знаю, куда. Нитро... А, у меня его все равно нет. На повороте. А, понятно. Я хотел в стеночку, но она решила поехать по парковке. Такое. Стэтхэма, может быть, пару раз стукнуть. Стукнул. Еще и перевернулся каким-то образом там. А нитро нет. Не, это того стоило. Я вообще не жалею, что вынес лейку и бетона и слил первое место тем самым. Эх, Джейл, повезло тебе сейчас. Рыжуля ты моя. Хотя она не совсем рыжуля. А, вылетел я, значит. А ей нормально. Ей нормально, она не вылетает. Почему я не пристегнутый? А Джилл, получается, пристегнулась. Это как в GTA 4. Почему Ника постоянно вылетает просто так? Почему он не пристегивается? Это так сложно? Это решили обыграть в стиле рофла, что... Вот видите, что будет, если не будете пристегиваться? Вылетите из машины. Он жив! Он жив! Как вам его ХП? Не, я приеду пятым, я не буду последним. Каким там последним? Я был бы в лучшем случае или в худшем, вернее. Окей. Был бы седьмым или типа того. Может быть, даже восьмым. Бульдозер Фрэнк. Естественно. Пятый. 34 очка. Никто не смог приблизиться. 6000 я еще получил. Это получается... Ой, да куда это? Одну гонку я выполнил. Так тут вообще фигня осталась так-то. На 2-3 серии... Хотя какие 2-3... У нас еще куча денег. Не 2-3 серии, я думаю, 2 серии максимум. Это, кстати, что? Тоже дерби? Нет, это уже не дерби. Это гонки. А вот это стрит рейсинг. Ну и гранд-финал. Гранд-финал это все вместе, я так понимаю. Ну да, я вижу заправку, круги и парковку. И другие круги. Короче, всего будет много в конце. Но это пока не самое важное. Надо посмотреть, сколько идет серия и решать, идти ли мне дальше. Хотя я могу, конечно, частично закончить. Блин, не знаю, давайте смотреть. Давайте так, я машину все равно куплю. Только бы узнать, какую под гонки. А то уже забыл. Но это не проблема. Посмотреть. Да, перейти в гараж. Гриндер, опять гриндер. А, тут вообще все машины. Так, меня тут чуть не забайтили машину свою же выбрать, которая есть в гараже. Да, поэтому мы вручную выбираем магазин и покупаем здесь... Где она? Инсета. Потому что эта машина рвет все. И это вроде бы машина Лейки. Да. Лейка фигни не скажет или фигни не посоветует. Насколько я помню, Инсету мы не покупали. Я только открыл ее в режиме Carnage и все, на этом закончилось. Сейчас, что я делаю? Сейчас быстренько машину протюню и вернусь. Пройдем пару гоночек по-быстренькому. И да, я знаю, что вы скажете, ты забыл машину перекрасить, но нет, я не хотел ее изначально красить, а теперь подумал. Блин, можно же было сделать машину Лейки, типа покрасить в красный цвет. Но с другой стороны, зачем мне копировать какую-то Лейку, если я хочу быть собой? Индивидуально, да. Так что, с деньгами, конечно, проблема. Небольшая, но всегда можно продать машины в гараже, это такое, не особо сложно. Да, и вообще это странно, почему машину можно, я уже об этом говорил кучу раз, покрасить только во время покупки. Это очень тупо, если честно, смотрится. Тем более, смотрите, Лейка тут тоже участвует, Лейка же красная. Зачем мне такую же машину? И вы знаете, она разбирается в машинах, я смотрю. А, ноль урона, я вас понял, ноль урона.
эти Джексон. Три круга здесь. Вроде бы не особо сложно. Хорошо. По мартини прилетело. Ой. Нет, я не буду рестарт делать. Спасибо за машину на пути. Я вас всех вынесу. Хотя нет, не всех. Выборочно. О, так это же моя визави. Леечка. Вы это видели? По-моему, она не выберется. А, нет, телепортнулась. А он вообще улетел за карту. О, какой приятный сюрприз. Я этого не ожидал. Можно я? Да, спасибо. Лейка там с ума сходит. Джек Бетон против Куртиса и Лейки. А где Бетон вообще? Я его даже не видел. Так, Льюис минус... Минус игра у Льюиса произошла. Надо догнать их. Особенно Бетона на первом месте. Он вообще ускакал себе втихую. Крысюк. Может, Лейку пока вынести? Почему нет? Без нитро. Боже, что с этой машиной вообще? Что я натворил? Ну, с другой стороны, урон вносил. Урон это плюс нитро и плюс награда в конце. Но, с другой стороны, нам нужна только... Где она? Блин, машина ее не вынес. Окей. Нам нужна только одна машина еще в будущем. Так что деньги это не проблема. Всегда можно одну из своих старых машин продать. Сколько у Лейки хп вообще осталось? Она же потеряла управление. Давай догоняй, Лейка, слышишь? Плевать на этого Бетона, я еще покажу ему потом. Ты где там? Давай, 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 я специально остановлюсь. А. Она еще жива. Вот теперь нет. Инсета теперь только одна. У меня. Вроде бы только у Лейки она была. Из всех моих соперников. Третье место, если я никого не догоню на первых местах, тоже неплохое. Это 8 очков, да? Или 7? Хотя, с другой стороны, еще целый круг. Как минимум Куртиса я должен догнать. Тем более с такими поворотами. Это что за звук был? В кого это мы влетели? Да ё-май! О боже, мне теперь эти трупы мешают. Эти развалюхи на дорогах. А где Бетон? Он вообще это... Потерялся там. Третий круг уже прошел, небось. Закончил и чилит. Да, Куртис, да. Чтобы жизнь медом не казалась. О, столбы в воздухе. Причем они на таком же месте, где столб был. Точнее, не сами столбы, а фонари на них. На том же месте, где столбы были. Где Бетон? Я его на мини-карте вообще не видел всю гонку. Вот же крыса на Бетоне. Это забавно. Второе место меня устраивает вполне. Я думаю, можно пройти еще одну гоночку. И все остальное уже оставит на следующую серию. Тихо, куда летишь? Успокойся. Инсета. 3.49. Это получается, он на 15 секунд был быстрее. Вот же гад. Бульдозер Лейка, хотя я ее вынес. Какая Лейка? Кто это такая? Вот еще одна трасса. И останется 3 трассы здесь. Потом 6 трасс будет в стритрейсинге. И финал. Там, кажется, тоже 6 трасс. Или 5, или 6. Того я выношу. Дайте, да, спасибо. Надо Бетона вынести. Это был Рэй Картер. Дверь надо было закрыть, не вылетел бы. Или вернее пристегнуться. Да-да. Надо пристегиваться. А где Бетон? Блин, он телепортнулся назад. Я просто видел его на карте. Думаю, ну сейчас я тебе покажу. Классно, да, меня застопило? Ничего не вижу.
Вот это называю нулевой урон. Нулевой. Коробочка, мусорка. Что там еще? Не, я не хочу быть лейкой, у нее ужасный цвет. Инсайте такой цвет не подходит. Поняла? Осторожно, опять. Снова лейку, что ли, выносить в хлам? Каждый раз выносим лейку. Это второй раз и тоже на инсете, понимаете? Окей, я это видел. Не, ну я недалеко от первого места. Главное, что не бетон на нем. А кто-то другой. Кэти, по-моему. Ну, Кэти тоже, да, дает иногда. Каким образом она там вырывается? Третье место. Не, второе место. И где Кэти? Кто-нибудь видел ее вообще, а? Она существует? Как вообще кто-то следит за этой гонкой? Как они понимают, где кто? Если... А, вот. Вот я ее вижу. Если кто-то находится сзади, кто-то спереди. Это как проходить режим... как там? Дрифта. Как они подсчитывают очки? Или каньон в карбоне. Как ведется подсчет очков, где мы с соперником соревнуемся, кто дальше? Кэти, Кэти, я тебе помог, а где спасибо? Такое. Но зато первое место, и бетон где? Бетон пятый, это хорошо, он даже не третий. Но без нитро, конечно, плохо. Чувствуется, что чего-то не хватает. Вот на финальную машину тоже, возможно, поменяю цвет. Поставлю другой. Надеюсь, не прогадаю. И момент не упущу, потому что это легко сделать. Как меня вообще угораздило сменить цвет у первой машины, которую я покупал, у гриндера. Потому что я обычно забываю это делать. Отлично. Без проблем. Теперь я точно топ-1. Бетон приехал седьмым. Помойка, боже. Ну, бульдозер не я. Зато во всем остальном я прекрасен. Да. 18 очков. Предлагаю на этом закончить серию. Это была 17-я серия прохождения Flatout Ultimate Carnage. Надеюсь, вам понравилось. Это уже суперфиналы, то есть мы ни на что другое отвлекаться не будем. По поводу советов, я думаю, что это уже, наверное, лишнее, так как, по сути, последнюю машину я буду покупать. Мне уже написали, какую нужно купить для стритрейсинга. И останется только финал, где смешано все, что только можно. Все типы гонок. Это был Демси и Flatout Ultimate Carnage. Спасибо всем за просмотр, ждите новую серию, она будет уже совсем скоро. Все, всем пока!